Сегодня, несмотря на то, что учебная неделя в самом разгаре, в здании Тамикусской основной школы непривычно тихо. На переменах не слышно детворы, школьный звонок молчит. По решению администрации школы в учебном заведении отменены все занятия. Школа закрылась на карантин. Это связано с тем, что, к сожалению, если после каникул наши детки были здоровы, и учителя тоже, к счастью, но вот уже на прошлой неделе заболеваемость стала повышаться. Это острые респираторные заболевания и, по всей вероятности, грипп. И всего на понедельник было 200 учеников отсутствующих. Отсутствовало также 12 педагогов, что затрудняло, естественно, работу, и еще 7 технических работников. В течение дня также еще ученики обращались к медицинской сестре, у кого болела голова, у кого живот, у кого температура, и медсестра была вынуждена отпускать детей домой. И я приняла решение о том, чтобы до конца недели, начиная с сегодняшнего дня, со среды, учителя и дети находились дома для предотвращения вот такой вирусной инфекции. Решение администрации школы о закрытии на карантин было согласовано с городским управлением и департаментом здоровья. Директор школы пожелала ученикам и коллегам скорейшего выздоровления и выразила надежду, что они проведут эти дни с пользой для себя и своего здоровья.